Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Олег Соловкін, і в ефірі проект «Інтерв'ю дня». Незважаючи на те, що сьогодні понеділок, у багатьох з вас вихідний, а все тому, що напередодні наша країна святкувала День захисника України. Нагадаю, що цей день був встановлений указом президента Петра Порошенка у 2014 році. Сама дата була вибрана не випадково. З давніх давен на свято Покрови наші пращури вшановували воїнів-захисників. Традиція виходить ще з часів Київської Русі, тоді козаки вважали Покрову своєю заступницею. Зазначу, що із моменту створення свята, якому у своїй більшості посприяли початок агресії Росії, анексія Криму та розв'язання війни на Донбасі, армія України стала відходити від свого радянського минулого, проводити декомунізацію в рядах, переходячи на стандарти НАТО, та повністю змінюватись. А у найближчі 20 хвилин ми почуємо із цього приводу думки самого військового. У нас в гостях заступник голови громадської спілки об'єднання учасників АТО міста Одеси та Одеської області Дмитро Колцун. Пане Дмитре, вам добрий вечір. Добрий вечір. Зі святом вас і увесь український народ. Наші побажання обов'язково пролунають, але трошки пізніше. А поки що дякуємо за вашу мужність, стійкість та відвагу. Мені от здається, що саме зі словом «відвага» має асоціюватися День захисника України, тим паче під час триваючої війни. Як ви вважаєте, вона з'являється на світ от разом із людиною, чи її треба виховувати у собі протягом життя? Ну, я вам скажу, нету нічого, що рождається одновременно з чоловіком. Да, все должно бути. Вся эта система подготовки ребят, начиная со школы, с детского садика. Мы раньше была такая поговорка «научим Родину любить», да, в армии говорили. Вот она пускай и смешно звучит, но действительно, этому нужно обучать. И поэтому вот даже в преддверии 14 октября в этом году у нас 56 организаций в Одесской области, участников АТО. В каждом районе есть по две, по три организации. И ребята взяли на себя, то есть организацию разных, в разных школах соревнований, начиная от конкурса «Строя и песни», так и вот мы, например, в Одессе провели городские соревнования по стрельбе среди детей вот с 12. Мы показываем. Да, в новостях как раз вы смотрели, вчера мы проводили. И мы очень сильно вырос состав участников. У нас вчера 6 детей защитили разряды. То есть не просто постреляли, а показали очень высокие результаты и получили определенные разряды. Поэтому этой работой нужно постоянно заниматься. И, возможно, потому что с нами хорошо работали, когда мы были маленькими, поэтому в 2014 году у нас не было вопросов, мы просто пришли защищать страну. Ми самі як би гражданські люди, які прийшли допомогти воєнним. Я чому, власне, спитав про це? Наразі триває осінній призов, і от 33 тисячі наших містян ухиляються від військової служби. Зрозуміло, що гинути не хочеться нікому, але ж у той же час чиновники запевняють, що наразі тих, хто має служити до зони бойових дій, не відправляти. Звісно. Чому тоді так виходить? Об'ясню, здесь є, ну, дійсно, у нас ребята почему-то очень сильно... Вот мне, когда было 18-20 лет, у меня так, тогда тоже не стоял этот вопрос, идти ли на срочную службу или не идти. У меня оба деда прошли войну, и как бы я смотрел им в глаза, если бы я сказал, что я боюсь пойти там, на 2 года и послужить. Ну, я должен, я нормальный человек, я должен защищать свою родину. А вот эта проблема, 33 тысячи вы озвучиваете, это одесситов, да? Молодых. Из Одесской области, это да, Одесса? Да, ну, я, это еще хорошо, потому что, насколько я знаю, военкоматы чуть-чуть снизили определенные категории приема, да, то есть так, такие большое количество не нужно. Насколько я помню, всегда по разнарядке с Одесской области уходило там в районе 3000 за один призыв. Но вероятнее всего, да, действительно, раньше было стыдно, если ты в армию не пошел. Сейчас почему? Почему-то ребята боятся вот этой ответственности. Армия — это все-таки ответственность. Да, ты там становишься простым солдатом, тобой вроде командуют, но есть замечательное утверждение о том, что прежде чем самому начать командовать, ты должен научиться подчиняться. И там как раз вся эта школа, ты видишь, как происходит управление, ты
Ну, взрослеешь, это не простые слова. А бояться того, что тебя перекинут в зону боевых действий, так у нас призывников туда никто и не отправляет. И как это их отправить туда? Человек должен сам проявить желание и захотеть служить. Вот у меня, например, в батальоне были дети, ну, ребята, которым даже 17, ну, 18 не было. Знаменитая эта история с нашим Максимом, который пририсовал себе, так условно скажем, один год и пришел к нам служить. Добровольцем зашел, потом оформился. Когда уже 18 лет исполнилось, он уже конкретно военным пошел. Сейчас он уже офицер, он командир роты. Единственное, недавно попал под обстрел и сейчас находится в больнице. Ну, в госпитале военном в Днепропетровском. Но есть примеры, когда вот действительно молодые ребята шли и... А вот 33 тысячи как-то многовато. Это как раз показатель, что очень слабо проводится работа и как военкоматами, так и школами по поводу... Ну, как это? Ну, ребята, ну, это стыдно. Чего бояться идти в армию? От багато хто сьогодні каже, що війна, яка наразі триває на сході нашої країни, гібридна і вигідна обом сторонам конфлікту. Що ви думаєте із цього приводу? Ну, смотрите, как раз и показателем гибридности этой войны и является то утверждение, которое вы только что высказали, да, что она выгодна обоим сторонам конфликта. Нет, она не может быть нам выгодна ни в каком виде, потому что это... Мы воюем за свою территорию. Мы хотим... Да, действительно, многие спрашивают, почему мы ее не закончим за 2 часа. Можно. Можно за 2 часа. Но тогда у нас рядом с этими городами придется открывать кладбище где-то на очень большое количество людей. Почему? Потому что ведение войны в городских условиях, это я не устаю повторять. И можно закончить за 2 часа и перемогти? Да, можно проутюжить самолетов, пройтись танками, но только вы поймите, сколько же людей погибнет мирных. Это в условиях городского ведения боя, но вы должны понимать, что у вас будут бесконечные жертвы среди населения мирного. Поэтому я прекрасно понимаю руководство, никто не возьмет на себя политическую ответственность, вот так вот отдать приказ. А гроши на войне зарубляются? Ну, если вы говорите о военных контрактах, то, возможно, да. Но, ну, все равно, там, ту же форму ее нужно пошить. Какая-то фирма ее шьет, у нее есть государственный контракт. Что вы имеете в виду за работой? Я кажу про верхівку чиновників нашої держави. Чи вони заробляють гроші, і тим самим війна вигідна? Да нет, ребята, вот смотрите, ну вот мы же все нормальные люди. Как можно вести нормально бизнес во время войны? Это только отдельные личности могут такое сделать, но общая система не позволит. Но вы не сможете возить товар на определенную территорию, тогда какой же у вас это будет бизнес? Понимаете? То есть отдельная личность может, конечно, рискнуть, организовать какой-то тайный, но все же тайное потом становится явным. А если вы говорите... покажет. Ну, а потом он покажет, и человек уже действительно будет отвечать. От этого никуда не уйдешь. Чому вы решили захищать Украину, и как это сталося? Ну, я уже частично ответил на этот вопрос. В 2014 году, ну, так меня воспитали. Понимаете, когда начались все эти события, я простой был гражданский человек, работал я в департаменте коммунальной собственности, но уже в марте я вошел, тогда еще не было АТО, я зашел в воинскую часть по мобилизации, ну, добровольцем по мобилизации мы зашли в воинскую часть под Одессой, охраняли здесь, потому что никто не знал, как будет развиваться ситуация после Крыма. А потом, когда начались события на Востоке, я написал рапорт, меня перевели в боевой батальон, который зашел, ну, прошел там, ну, Краматорск, Дебальцево, вот такое, понемножечку. Что бачили за цей час? Видел, но я больше всего обращал внимание на, знаете, меня там беспокоило, я с местным населением постоянно общался. Главный вопрос у меня был, ребята, что вам мешало? Зачем вы это все начали делать? И вот, и как раз вот эта проблематика, когда у нас люди не просчитывают все проблемы, не просчитывают все ходы,
не рассматривают те риски, которые вот после принятия решения. И вот у нас это же не только с этой войной так связано. Это многое другое тоже так же делается, что не просчитали, не сделали, а потом бах, и уже поздно, и уже назад не вернешь. Вот, меня больше, я очень, скажу, близко к сердцу переживал за них. Почему? Потому что, ну вы сами себе представьте, когда там 16-летний парень, он с матерью жил, он с тех краев, жил в Черкасах. У него был отчим, они жили в Черкасах. Парень уже поступил в техникум, уже видел какую-то жизнь. Тут они развелись, ну, отчим бросил. Они с матерью возвращаются на эту территорию, и тут начинается война. И вот у парня 16-летнего вся жизнь, которая могла бы быть, которая у него была нарисована, карьера и все остальное, но все в момент превращается, то есть учиться он не может. Единственное, что он может, это помогать матери в момент между бомбежками, между... А они как раз находились вот там, где мы сейчас говорим, Светлодарская дуга, вот Луганская. Вот такие истории. Меня очень удивляли, ну не удивляли, мне, ну вот смотришь, Углегорск, Дебальцево, то есть люди живут, они мирные, они даже не поддерживают вот эту всю ситуацию, которая там, но они вынуждены, они заложники того, что там происходит. Я общался с ребятами, которые непосредственно с Донецка, то есть нам перезванивали, нам, ну, часть амуниции была куплена человеком из Донецка. Он работал в Донецке, используя платежи, он во Львове заказал для меня кобуру, там целую кучу амуниции, и новой почтой, то есть по перечислению, он все оплатил, и это мне пришло в Дебальцево, и он попросил, говорит, давайте побыстрее приходите, потому что здесь невозможно. Вот так, ну, такі от історії от на те, що я нарахував у вас 8 нагород. За що отримали? Це, ну, ще раз говорю, немножко Дебальцево. Ну, здесь награди, які йдуть непосредственно від Міністерства оборони за участие в АТО. Награди, просто знаки отличия, которые указывают, что я ветеран, участник боевых действий. Есть от, уже за мою общественную работу, которая здесь, то, что мы работаем с Пилка, с ребятами, помогаем им адаптироваться уже после войны здесь, на мирной территории, потому что это очень непросто. Знаете, когда вы там находитесь постоянно в ситуации прямого действия, да, и быстрых решений, когда у вас и когда вы возвращаетесь сюда и видите, например, что нужно там, чтобы справочку сделать, это надо 2 недельки походить, написать заявление. Не все ребята способны адекватно воспринять эту ситуацию, происходят конфликты, то мы стараемся решать. За прошлый год, вот, да и в этом году, мы помогли ребятам. Ну вот лично моя организация, 36 ребят получили участки земельные, решили вопросы с поступлением в вузы для 3 ребят, которые решили учиться, получать высшее образование. Помогаем там с детьми, ну, санаторные путевки. Такое. Какие кількості жителей Одеської області за цей час добилося побувати в зоні бойових дій? Ну, по статистике, около 10 тысяч жителей Одеської області являються учасниками АТО. Скільки з них повернулись? Ну, в каком смысле вернулись? У нас трагическая статистика — это 105 жителей Одесской области, которые там погибли. А если говорим о вернуться в плане того, что вернуться обратно к мирной жизни, то процентов 30 ребят подписали контракты. То есть они уходили как гражданские, а потом они подписывали контракт с Министерством обороны и становились военными. То есть принимали такое решение, что вот я по мобилизации, то есть я в 15 году вернулся обратно к гражданской жизни и уже здесь работаю. А некоторые принимали решение и оставались. Ну, я просто уже возраст такой, куда же мне в 46 лет сильно воевать. Ну, немножко уже, как я шучу, не сильно я такой штурмовик в этом возрасте. Про семьи загиблих держава піклується? Вопрос семей, он всегда, вот ребят погибших, это всегда на контроле у первых лиц постоянно. И, насколько я знаю, председатель облгосадминистрации перед этим праздником 11 числа встречался с, ну, с семьями погибших. И мы стараемся, ну вот,
как можем помогать, да, опять же, вот земельные участки, которые сейчас в Красноселке, так там тоже родственники погибших, они на них оформляют. Вроде как по закону и не положено им это получать, но мы там решили этот вопрос, настояли для того, чтобы действительно они, ну, нельзя сказать, что ни в чем не нуждались, но, по крайней мере, не было у них, чтобы решались какие-то проблемы. Як проходить соціальна адаптація тих, хто повернувся? Еще раз говорю, здесь все зависит, здесь каждый случай индивидуальный, да, когда есть хороший у человека, ну, у него тыл, так называемый, да, семья, где все, все прекрасно понимают, где это вот, то там как-то быстрее проходит. Но по своему примеру я скажу, что где-то первые 3 месяца я просто, ну, не воспринимал окружающую действительность. То есть для меня было жутко, что люди в большом количестве ходят. И вот, да, вплоть до того, что да, реагировал на взрывающиеся там петарды. То есть не скажем так, что сразу, но неприятные ощущения были. Потом постепенно ты уже привыкаешь, ты уже понимаешь, что это мирная территория, что здесь немножко все по-другому. Вот. Но здесь самая главная поддержка семьи. Якщо ми повернемось до самої служби, от, скажіть, а наскільки мотивує сьогодні грошове забезпечення військового і чому воно, власне, дорівнює? Наскільки я пам'ятаю останні дані, там в районі було 7,5-10 тисяч. Це, ну, стандартний контракт, який йде. І йдуть виплати за час, проведене, ну, коли ти виконуєш бойовые задачи. То есть я не готов сказать точно, какие получаются суммы. И действительно, вы сейчас откроете любое предложение там, в супермаркет работы там, грузчиком, и это будет примерно такие же суммы. Понимаете? То есть, про что это говорит? Это говорит о том, что война очень расходное дело. И вы никогда не оцените человеческую жизнь, но государство, ну, хотелось бы платить ребятам по 25 тысяч гривен, да? Но тогда, извините, у нас ни один бюджет вообще не вытянет это. Ну, давайте реально, да, смотреть по тем суммам. Исходя из тех штатных ставок, которые есть, вот они краят этот бюджет как могут. Ну, вот из нагоди свят держава якось преміює військових? Я знаю, что к 9 мая идут выплаты социальные. Вот это для всех нас, участников боевых действий. Там кабинет министров устанавливает. А непосредственно к этому празднику таких выплат, как бы, ну, это обычное премирование, которое в обычном порядке проводится там командиром части, в зависимости от того, как человек работает. Тоді давайте далі поговоримо про те, наскільки, на вашу думку, з початку 2014-2015 років змінилась українська армія і що конкретно? Смотрите, было, я не случайно упоминал, что в 18 лет я пошел на срочную службу. И я служил в Национальной гвардии, в спецназе в Харьковской области. Есть такой так, городочек Чугуев, и там Башкировка, где находилась эта дивизия. Вот. И когда сейчас я со своим 42-м батальоном, мы зашли в Краматорск, то БТРы и БРДМы мы получали там, то есть это были те же машины, на которых я служил срочную службу. То есть прошло 25 лет, и я снова сел на эту же технику, которую расконсервировали. Танки, на которых мы работали, они тоже где-то датированы, вы понимаете, да? То есть это очень была, когда начиналась война, старая техника. А автоматы мы иногда, ну, ящики открывали, там были автоматы, которые, ну, их нужно было утилизировать. А пришлось нам заниматься их утилизацией, потому что, ну, вот хватали, что было. И тоже касалось и формы, и всего остального. Насколько сейчас мы уже видим, произошло переоснащение, произошли изменения, модификации нормальные. Прогресс відчувається. Уже на этой технике можно нормально ездить. Добре, мы наближаемся до стандартов НАТО. Это зависит от нас, это, конечно, не так дешево все, но да,
да. У нас уже есть специалисты. Вы знаете, из-за всех этих событий на Востоке наша армия, главное, что получилось, это подготовить личный состав и действительно создать профессионалов хороших. Теперь мы тихонечко, то есть по стандартам НАТО у нас люди уже есть. Теперь нам осталось только технику немножко доводить до стандартов НАТО. И тогда мы же видим, постоянно же приходят сообщения о совместных учениях, и как наши ребята выполняют боевые задачи, пускай там это учение, но наші ребята очень хорошо підготовлені. Які проблеми усе ще існують, окрім цього, в українській армії, які треба вирішувати терміново? І наскільки сьогодні оцінюєте нашу міць та потужність? Главная проблема украинской армии, это я недавно выступал и говорил на эту тему как раз через проблематику взрывов в Черниговской области на арсенале. Главная проблема украинской армии, она до сих пор не хочет становиться открытой структурой. Вот до тех пор, пока Министерство обороны, вооруженные силы не перестанут нас всех уверять в том, что они очень секретные, и у них очень много секретной информации, когда они научатся говорить с обществом, когда Министерство обороны сможет детально объяснить, на что идет та или иная копейка, и не будут прятать за грифом секретно то, что, например, на каком-то складе украли там 200 тонн дизельного топлива, на другом складе там начальник порешал вопросы и списанную тушенку оформил как настоящую, да, мы все эти случаи слышим. И вот эта проблема, Министерство обороны, как только оно начнет общаться нормально с обществом, то тогда и все остальное исправится. Потому что уже невозможно будет воровать. Вот та закрытость, которая есть у Министерства обороны, это и есть основа для коррупции, среди, которая уничтожает хороших специалистов. Потому что, оказавшись в ситуации, где корупція, ребята не видержують і просто пишуть рапорта і увольняють. Ми мусимо ставити крапку, якщо є бажання, можете привітати зі святом своїх товаришів по службі та чогось їм побажати. Ну, прежде всего, хочу ще раз поздравити ребят з Днем Защитника України і сказати, то, що я завжди говорю, ребята, все, що відбувається вокруг вас, залежить тільки від вас. Поэтому беріть на себе відповідальність, будьте сильны как духом, так и физически. И еще раз с праздником, и пускай в семьях все будет хорошо. Мені ж у свою чергу хочеться побажати і вам, і усім військовим міцного здоров'я, гідної пошани від держави, і якомога більше проводити часу вдома зі своїми рідними та близькими. А усім нам миру, особливо на сході нашої України, і якомога скоріше. Заступник голови громадської спілки об'єднання учасників АТО міста Одеси та Одеської області Дмитро Колсон сьогодні був гостем нашої студії. Ще раз зі святом вас і до побачення.